Привет, привет! Сегодня с вами Настя и больше никого. И вы на канале Бески ТВ. Подпишись скорее на Бески ТВ. И сегодня поиграем в Майнкрафт, но креатив. Ребят, а вы знаете что? Я покажу вам, как построить собственный диван. Да, настоящий, собственный, хороший, отличный диван. Давайте сейчас вам покажу, как его построить. А то вы не знаете вообще ни капельки, ни даже как построить этот диван. Сейчас вам покажу, как его построить. Ребят, смотрите. Значит, вот так. Нам нужны... Смотрите, берем это и это. И... Ну, сейчас я, по-моему, в доме покажу это. Так, только сначала гнилую плоть уберу. А то ее не буду есть, она бегает. Посмотрите, знаете, как я это сделала? Смотрите. Так, сейчас я вам буду показывать, как я это построила. Смотрите. Значит, так, ставим вот эти вот флаги. И вот так вот. Извините. Сейчас. Смотрите, ребят, а потом мы с вами ставим поршень. Ну, не туда, конечно, а вот так. А теперь ставим вот это. Видите, ребят? А потом ставим еще вот этот вот блок. И получаем вот такой вот диванчик с подушечками. И тут очень удобненько можно садиться. Кто не знает. Смотрите, а еще можно делать такую вот лесенку. Ну, а это кухонька, конечно, кухонька. Я не очень профессионал по всяким там домикам. И поэтому, ребят, мне нужно найти свой будущий дом. Это на самом деле канал. Да, ребят, это мой каналик. Ребят, ну это серьезно, креатив. И знаете что? Знаете что? Нет, наверное, вы не знаете что. Конечно же, я кое-что могу. Я еще. Ну, знаете что? Сейчас я покажу. Что? Так, давайте мы с вами возьмем вот такие вот. Смотрите, вот нужна такая вот дырочка. Упс, извините, я нахутила. Так, давайте возьмем
с вами вот все это и просто выкинем это в конце концов. Ребят, давайте кое-что, ну, давайте кое-что попробуем. Извините, ребят. Так, ребят, давайте мы с вами будем, ну, попробуем песенки всякие спеть, но я не уверена, что у нас с вами получится. Смотрите, какой у меня милый домик. Плюс-то пуся маленький. Это мордочка такая. Ну, а я... Я же говорю, это креатив. Ребят, ничего не работает, просто ничего. Просто ничего. Извините, ребят. Ладно, всем пока, ребят. Извините, что видео короткое, но все равно. Покосики, как?